Yes. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Позабудь про докторов и водой холодной умывайся. Если хочешь быть здоров. А не устраивать эти шашлыки, полыки, не знаю, водка в локате, показывать, что полное счастье. Нет, счастье не в том, чтобы жрать полыки, шашлыки и локать водку. И похваляться этим. Вот. Счастье в том, чтобы не запускать себя. И не иметь вместо живота бурдюк, пивной, водочный, шашлычный. Это говорю я вам на основании своего опыта. Теперь на один со мной или своем, не на велосипеде. Ну и потом там был другой парк. Там более удобно на велосипедах ездить, чем тут. Тут ходить хорошо. Без малого сделал целый круг. Примерно полмили, и я у цели. Дышите полной грудью. Просто сейчас от разницы с температурой у нас все слизь скапливается. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Ну, опять эти люди. Я их часто вижу. Nice dog. Hey, how are you? Уже мы их видим. Не раз они уже знают нас. Ну, на лицо, конечно. Кто как? Кто гуляет? Кто с собакой гуляет? А кто вот так быстро ходит? А кто бегает? Ну, бегать, конечно, я не собираюсь, но быстро ходить так.
считает, что заканчивается зарядка. На самом деле, ну, в машине я подзаряжу ее. Сейчас должна быть скамеечка, и от нее я поверну направо. Полностью замкнул. Кольцо. Сейчас немного вверх иду. Стараюсь не снижать скорость. Уже вижу знак. Вон уже вдали скамейка. И от нее направо. Второй круг делать не буду. Достаточно. Скамейка. А теперь направо, вниз не пойдем. Полмили-то стоянки. Фу. И на этом закончу. Всего хорошего всем.